Не надо стесняться. В Канаде бывший работник Макдональдс признался, что всегда тайно добавлял в порцию клиентам дополнительный 11-й наггетс. Парень стал мгновенным героем интернета. Не все герои носят плащи. А прикиньте, он с плащом стоял. Чё это? А чё это не все герои плащи носят? Было время, и ты там прыгал. Кто-то до сих пор, наверное, прыгает. Если гавкнет, все с дивана слетят. А если пёрнет, то... Что будет тогда? Пишите в комментариях, я не знаю, что будет тогда. Армагеддон! Послание от предыдущего работника. Беги отсюда! Прикольная картинка, возможно, мы её на превьюшку поставим. Первая машина Jaguar была выпущена в 1922 году. Люди в 1921. А между прочим, это не Jaguar, это гепард. Вот так вот я. Умный, видите, какой я отличаю животных. Лукашенко. Русскому в Белоруссии, прямо скажем, лучше, чем в России. Кто-то пишет, картошкой кормят, а не обещаниями. Не в Белоруссии, а в Белоруссии. Меня научили белорусы, что правильно говорить Беларусь. Я теперь знаю. Наконец-то купил себе машину. Друзья советовали красную, но мне больше нравится серебристая. Ну, тоже ничего. Помогите, я застрял. Кто-то пишет, вылезай сам. Ты что, овощ? Сейчас дети плачут из-за того, что им не купили iPhone. Из-за чего плакал я в детстве. Блин, почему iPhone? Huawei тоже хороший телефон. Чего вы к этим айфонам прицепились? Вон, я себе купил за 30 тысяч Huawei. Правда, уже разбил его, но надо будет чинить отдавать. Съехал от хозяев. Сервисный центр МВД сообщил, что один из украинских водителей заказал себе номерной знак машины МММ-ЩВЩЩ. Водитель пожелал получить номера, в общем, такие вот номера, ВООО, но перепутал раскладку и клавиатуры. Первый, я второй. Преследую автомобиль. Мазда, госномер МЩВЩ. Второй, какие-то помехи, повторите номер. Слышен судорожный ржач сквозь слезы. Повторяю, МЩВЩ. Второй, у вас все в порядке, повторите. Сдавленный смех. Маша, щука, щука, Вова, щука, щавель. Второй, вы там обкурились? Немедленно явиться в отделение. Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа, фильм про Николаса Кейджа. Если вам этого мало, то в фильме будет сразу два Николаса Кейджа. Современный Николас Кейдж и Николас Кейдж 990-х. Николас Кейдж будет смотреть фильм, где Николас Кейдж сыграет роль Николаса Кейджа про Николаса Кейджа. Мне кажется, или они потихоньку эволюционируют. Середина ноября, эта зараза спокойно себе летает, жужжит. Тот момент, когда чихнуть хочется, но не можется. А друзья, всем привет! Меня зовут Макс, вот Ромкин, с вами будут мемы. Но помимо Ютуба я пишу книги в жанре фантастика. И знаете, конкурс у меня же идет. Условия конкурса такие. Приходите в любой книжный магазин и просто там фоткаетесь на фоне моей книги. Можно руку свою сфоткать, можно рожицу, можно что хотите. Кусок себя на фоне моей книги. И фотку шлете мне на почту. Почта указана в ссылке в описании. Также в ссылке в описании будут магазины, где продаются мои книги. Но на самом деле нет смысла это указывать, потому что они уже продаются во всех книжных магазинах. «Апокалипсис в Кубе» и «Новая моя книга на Марс». Что ж, продолжаем мимасить. И самое главное, главный приз в конкурсе 10 тысяч рублей. Все, продолжаем. Когда сильно приукрасил свое резюме, и тебя взяли на работу. Ну, говорит Лев, окей. Когда правильно выбрал профессию? Рентгеновский кабинет. Чернобыльский Артем Евгеньевич. Был бы он Артем Сноркович, было бы смешно. Узнали? Уж не из мультика это про этого лося какого-то такого синего. Синий лось бухой. А, ну короче, что-то такое, по-моему. Или нет? А, нет. Что я несу? Какой лось бухой? Вообще, какой еще лось бухой? Это же скрепка из подсказка из Windows программы. Ладно, пофиг. Мой предмет пригодится тебе в жизни. Да, мой урок самый важный. А еще у меня из плеча цветок растет. Потому что я мутантша. Утюг директора РЕН-ТВ. А ты какого Деда Мороза ждал? Шикарный кадр замены лиц. Если бы не написали, думал бы, что обычная фотка. Ну, вообще, да, просто здоровущий кот и нездоровущий пес. Барсь, тебе нормально? Интернет-пробки. Сейчас на сайте слишком много покупателей, и скоро вы сможете продолжить покупки. 1-5 минут. Время ожидания... Пишет, а где кнопка «Пропустите, я с ребенком» или «У меня только слива без дачи». Какая еще слива? Это очередь в магазин за моими книжками, я знаю. Я верю. Я хочу в это верить. Моя собака на каждом празднике. Случайно встретил этого доброго человека, он даже преподал мне урок селфи. Как пишет, со словами «Тебе все равно никто не поверит». Билл Мюррей. Я скажу больше, Билла Мюррея тут хрен кто узнает, ну серьезно. Да просто потому, что все помнят его по фильму «День сурка». А там он помоложе. Или «Охотники за привидениями», например. Когда живешь в семье веганов. Одно фото, 10 счастливых людей. Кто-то пишет, 5 счастливых баб, скорее всего. Это типа жены, что ли, их? Когда мама пришла с магаза и забыла купить то, что ты просила. Моя сестра подошла, чтобы вытереть ему слезки. Как мило. Давайте поставим лайк этому ролику. Кажется, они выбрали вождя и готовят против меня заговор. Это провидец их, пророк.
Говорили, иди погуляй, а сами сидят жрут. Смотрите, у них окна заклеены, я помню, в детстве мы также заклеивали их. А потом поменяли всем на пластиковые, и этот шарм заклеенных окон просто остался где-то в чертогах моей памяти. Как другие выглядят, когда холодно? Как выгляжу я? Ни хрена, вон тот, который самый левый хипстер, вот он офигеет, если будет холодно, у него шея голая. Он лох, он, блин, подхватит воспаление легких, тогда будет понтоваться, блин, лежа в кровати с температурой. Несите насос, у нас дерево спустилось. Сделал хозяину бутерброд, несмотря на то, что у него лапки. Респект таким котам. И скажите еще, да, он несет его хозяину, конечно же. Инженерия в Америке, инженерия в Японии, инженерия в России. Фига себе, это типа, можно в два раза быстрее рюмки помыть? Стоп, а рюмки вообще моют? Почему люди, стоящие в очереди позади меня, думают, что если прижаться ко мне поближе, то их очередь наступит быстрее? Обычно прижимаются поближе старики-старушки, я не знаю почему. Когда ты проснулся и хочешь кушать, а все вокруг еще дрыхнут. Люди часто говорят, что их раздражает моя манера переписки. Не понимаю, о чем они, черт. Черт, я так же общаюсь. Ну просто у меня сумбур голый бывает иногда. Особенно если ты на эмоциях кому-то что-то пишешь, то такое вполне может быть, да. У всех есть друг, который обязательно влезет в кадр. Стоянка служебного транспорта. Офис Бабы-Яги? Нет, это просто метлы выросли. И вообще, что это Баба-Яги? Может быть, Гарри Поттера? В группе, посвященной попугаям, написали, что одна семья ставит елку намного раньше, чем обычно, потому что их маленький попугай влюблен в это украшение. Милее этого вы уже не найдете за сегодня. Нет, у нас был более милый мем, где девочка вытирала слезы по телевизору. Парта моей мечты. Да, согласен, вот нижняя поприкольнее будет. Тайга, опасное место. Кто пишет, это Чернобыль. Заприте меня здесь. Котейки, телогрейки и урчейки, обоссейки, ну и так далее. Не очень понимаю камуфляжные покраски машин, но это выглядит реально круто. Водитель уже в пути. Женщины за рулем не поеду. Ну отменяйте тогда. Нет, это вы отменяете. Я же не виноват, что вы женщина. Чувак, ты что? Жду, пока в моду войдут щечки, и все будут в панике искать себе щечки и их увеличивать. А я тем временем буду сидеть и спокойно смотреть на это все. Это ты спать что ли собираешься? Да, так что заткнись. А давай думать о всех проблемах твоей жизни. Что-то матрица глючит. Когда мне говорят, что я эгоист и люблю только себя. Бред какой-то. Интернет. О, нет, на Ютубе теперь по две рекламы. Чуваки, которые еще в 2019 смотрят телевизор. Кто-то пишет, на телевидении реклам по 6-7 выскакивает. Кто-то пишет, их еще и пропустить нельзя. Да, кстати, на Ютубе реклама 5 секунд максимум, все, пропустил. Но если, конечно, не рекламирую что-нибудь интересное, потому что бывает, что-нибудь рекламируют, я так залипаю. О, блин, это что такое? Снегурочка. В любой непонятной ситуации старайся делать умный вид. Не трогай депрессию, это на Новый год. Выхода нет. Когда пишет «Оливье, положи и полетели». Ну, это песня. Песня типа песни, да, сплина. И не говори, что не строил такую халабуду. Победитель по жизни. Придется снимать крышку и пить, так, капец. Парня высмеяли в СМИ за то, что он сделал девушке предложение в KFC, а KFC, Audi и Puma решили оплатить их свадьбу. Uber предоставил молодым людям премиум автомобили, а одна из ювелирных компаний предложила молодым людям просто прийти и забрать 2 золотых кольца с бриллиантами. Так порой не хватает таких приятных новостей. Блин, знали бы вы, где я своей жене делал предложение? По-моему, где-то по пути на улице в районе метро «Молодежная», возле какой-то хрущевки, там они раньше были. Что-то такое. Главное – сохранять спокойствие. В Челябинске уничтожено огромное красочное граффити на фасаде дома, которое художники закончили только неделю назад. Россия для грустных. Смотрите на серые стены. Пишет, теперь намного лучше, настроение сразу улучшается. Интересно, а зачем его закрасили? Вот это вопрос, конечно. Машина. Чистая уже 0,01 секунды. Какой-то рандомный голубь с диареей. Моя собака похожа на лису. Черная пятница в России бессмысленна и беспощадна. 2 недели до, спустя 2 недели. Это великолепное чувство, когда в магазинах уже начали продавать всякие новогодние штуки и чувствуется приближение праздника. Купила модные сапоги, и теперь в гости не хожу. А они сросшиеся, типа, или что? Ну, типа, это сапоги, штаны? Я не понял мем, я не понял, при чем тут гости. Не, ну понятно, что да, сапоги, это как штаны, сапоги, но при чем тут гости, непонятно. Почему именно в гости? Объясните мне, дураку, я не понял. Почему именно гости, блин, а не просто куда-нибудь не хожу? Харон по-любому ненавидит людей с клинической смертью. Харон, блин, Аид, у нас снова возврат. Да я уже задолбался тебя туда-обратно возить. Купил машину со специальным местом для щенков. А прикинь, ты купил тачку, а там такой уже тебе подарок, бонусом типа идет щеночек. Я сижу дома, потому что когда я выхожу за порог, то сразу трачу косарь. Огромная просьба, не зовите меня никуда, я не хочу тратить бабки. Фанаты нашли то самое место в игре. Фильм, игра. Кто-то пишет, а чё он в фильме такой мультяшный, а в игре какой-то живой?
Возьми щеночка, говорили они. Прошло 2 года. Лучший внедорожник, сделанный в России. Стопудово, кстати, своими руками где-нибудь в гараже. На даче, на участке. Играл с коробкой, проиграл. Я вспомнил этот мем. Чак Норрис играл на гитаре и выиграл. Или Чак Норрис переплыл реку вдоль. Вообще, надо бы как-нибудь замутить мемы про Чака Норриса. Когда поймал, действительно крутой кадр. Друзья мои дорогие, не забудьте ознакомиться с моим литературным творчеством. Потому что YouTube — это, скажем так, не основное мое занятие. В общем, ссылка на мои книги в описании под роликом. И не забывайте про конкурс. Описание конкурса подробное будет тоже в описании. Описание в описании к этому ролику. Всем спасибо за просмотр. Всех вас люблю. И пока-пока, до встречи в следующих роликах.